Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Ветроль. Вы на канале клана Днепряне. И добро пожаловать в долгожданный ивент с новой легендарной рыбой. Шестижаберная акула на локации Кейптаун. Ну что ж, я тут немного пробовал порыбачить, друзья. Большой турнир. Слил я 5 жизней, купил еще 5. И с этих 5 еще слил 2. В общем, пока большой турнир я трогать не буду. Я, наверное, пропущу этот косяк монстров. Монстров-фиш, как их можно бы назвать. Ибо как вылавливаешь все три обычные рыбы, которые в большом турнире, по 12 звезд, и все равно проигрываешь. Поэтому пока, наверное, воздержусь. К самому событию. Здесь немножко я порыбачил. По рыбалке здесь еще пару поединков еще закрыть надо. Так, редкая 10, 11, 12 звездочную закрыл. Эпическая 6300, 6850, 7350 не закрыл. Но 7350 это нереально. Я уже смотрел, мой лучший результат 6800 с чем-то, по-моему. Да? Да, 6888. То есть, ну, 6850 еще закрою, а 7350 уже в пролете. Так, следующий у нас по самой шестижаберной акулы. Ну, 2 поединка я закрыл за обеих рыб. И еще просто поединка 2. Так, 8, 9, 10, 11, 12, 11500. Ну, в общем, это я еще ничего не закрывал. По снастям получение приманки, улучшение до 2, до 3 уровня. И удочку до 3, до 4. Ну, до 3 я прокачал, до 4 у меня не хватит. А, хотя может уже и даже и хватит. Да, может даже и хватит, друзья. Сейчас посмотрим, что у нас тут легендарно есть 4.1, но не на ту рыбу, к сожалению. Так, кстати, посмотрю, что у меня тут по легендарочке есть. Вот легендарочка 3.6. Ну, попробую сейчас с нее слепить на новую рыбу, если получится. Так, еще одну удочку надо. Кстати, легендарную. Ну ладно. Второй попытки у меня уже навряд ли будет. Удочек все равно нету. Так, эту вернуть. Слишком шикарная удочка, чтобы сливать ее. Так, и вот она у нас. Где у нас легендарочка была? Так, 3.6. И теперь попробовать ее сделать на шестижаберную акулу. И вуаля, вот она сразу и попалась у меня. Отличненько. Но все равно он мне как бы ничем пока не поможет. Потому что она так четвертая и останется. Но вкладку закрою. Ну, 10 звездочная тут попалась. Но я 7-я приманка, у меня слабая, я не участвовал. Так, ну а следующий поединок. Ага, на парусника. Я думал, кстати, будет на уже новую рыбу. А тут еще пока на парусника. Ну ладно, пусть будет парусник. Вызовы я пока не рассчитываю позакрывать. То же самое, надо немножко тут подождать, выждать этот момент. Что тут за награды в вызове? Так, ага, ну тут уже и жетончики. Тоже разнообразные, я так понял. Будут награды за вызов. Так, и, кстати, по лихорадке усилителей хотел бы напомнить, друзья, тут у меня осталось совсем чуть-чуть, и получу я вот гигантский пакет фортуны и за лихорадку усилителей. И буду надеяться, что, ну, давай попробую еще одну коробочку хотя бы пройти, если получится. Но говорю сразу, ребята, это, конечно, очень-очень сложно. Просто невероятно сложно. Сколько я нервов, сколько сил потратил уже на большой турнир. И все равно не идет. Вот и сейчас видно. Сразу же первую ловишь 348, ближе к 12 звездочным звездам. И он сразу 3245 перекидывает тебя
Ух ты, 2400, ничего. А, так это ж это не 3400, это 2400. Ну, тут 2900. 2900, 3000. Да. 355. Ну да, он первый перекидал там хорошую. Ага. И там 3200 вытянул. Да, с большим турниром большие проблемы, как говорится. 3000, да. Без лицензии тут сложновато, конечно. 370, он и там перекидал, 378. 12-звездочная берет, да. Ну, это то, о чем я говорил, друзья. Даже 12 звездами ты в турнире проигрываешь. Это факт. Еще рано все-таки рыбачить. Надо еще, наверное, подождать. Не идет пока. Большой турнир. И вот она, лихорадка усилителей, друзья, прилетает. Это то, чего я, в принципе, и хотел. И буду надеяться, что здесь у меня перепадет. Так, здесь озеро Никарагуа. Отличненько прилетела награда. И вот он, большой фортунный пакет. И вот она, да, шестижаберная акула. Отличненько прилетела в пакете. Так, это хорошо, до второго уровня будет. И пускай еще здесь прилетит, и я вообще буду радый. Ну, здесь нет, здесь гигантский осетр, но тоже пойдет. И золотой пакет жетонов. Так, Колорадо, Меконг. Ну, до второго уровня уже будет новая легендарочка. Это уже хорошо. Со вторым уровнем тут уже можно, в принципе, и на 11 звезд пробовать ловить. Так, 30 тысяч у нас есть. Ну, поехали, попробую еще шестижаберную покидать. Ну, желательно, конечно, сейчас ее не кидать. Кидать уже под вызов. Потому что поединки как бы закрыты, только под вызов остается кидать на лучший результат. Вот 10-300, может 11 даже быть. Ну, 11 тысяч плюс, это 12, я знаю точно. Да, вот она, 11 прокнула, отличненько. С пакетом фортуны мне повезло, это хорошо. Буду надеяться, и дальше повезет. Так, что у нас тут? Цематоцепс 400. Буду надеяться, что и в дальнейшем все будет гладко. И еще, конечно же, бустер. Не забываем о бустере, друзья. Там тоже будет легендарочка. Ну, по крайней мере, на третий уровень надо еще 4 приманки. Там еще, по-моему, одна приманка будет в самом ивенте, или две, и одна приманка будет, даже если пройти большой турнир, все равно на третий уровень пока нету, никак ты ее не прокачаешь, поэтому будем бороться на вторую приманку. Ну, скажу я вам, даже на вторую приманку я когда-то на Кейптауне гигантского черного марлина на 12 звезд тянул аж на бегу. Да, прилетает четвертая коробочка. 10 тысяч золота, 25 жетонов и пакет на Кейптаун на выбор. Это хорошо. Здесь будет пускай. Здесь мне выбирать и так нечего. Все как бы по обычкам нормально. Тут уже 10-ю можно редкую. Тут 8-ю можно эпика, парусник. Сейчас вызови, но 7-я приманка. Ничего. И то неплохо, в принципе, и так сойдет. А саму шестижаберную надо уже, друзья, под вызов, конечно, пробовать. Следующий пакет у нас так. 50 тысяч тут у нас будет. Ага, неплохая такая вот аватарочка. Прикольненько. Потом, ага, вот такая вот неплохая рамка. И карточка в конце будет тоже отличная. Так, что мы имеем тут? Одна шестижаберная будет, и вот еще одна. Да, как я и говорил, еще в этом ивенте две шестижаберных и
И за большой турнир еще одна прилетит. И все, в принципе, на этом. Нету ни колеса фортуны, ничего нигде нельзя подфармить. Кстати, что у нас тут по халявке? Может, что-нибудь подкинули? Нет, ничего. Тут и ветер размечтался. Ничего интересного тут не подкинули. Ну, в принципе, все, друзья. Тут остается только подбирать под вызовы, под лучшие результаты. Так же самое, как вот на эпическую сейчас. Осталось здесь еще 6850, 6300. Я не буду пока трогать, пока не будет вызова на эпическую, на восьмую приманку. Тогда я уже попробую покидать. Кстати, здесь у меня черный марлин, можно и четвертого тоже сделать неплохо. И по редким, я думаю, будут все-таки вызовы. Если будут на редкую, здесь можно и десяточку влепить. Плюс удочка, плюс, я думаю, вызов залетит. Ну все, друзья, побежал я, в общем, собирать крючки, то ребята будут кричать, будут злиться, надо бомбить, еще раз бомбить. Ну, в общем, вам всем удачи в этом ивенте, максимальных всех результатов, лучшего места в рейтинге, ну и как можно больше масти, фарта и удачи. Все, на этом все, друзья, буду заканчивать. Кто не подписан на канал, напоминаю, подписываться. Пишем в комментариях, задаем вопросы, кому что интересно. Ну, и всех вам благ, друзья. До новых встреч. Пока.